аплодисменты! Здравствуйте, это чисто женская команда «Бесконечный юмор». И я здесь капитан. А чё ты-то сразу? Может, я тоже хочу? А я считаю, что капитаном должна быть я. Да? Ведь я тут самая красивая. Нет. Чё? Да. А я считаю, что капитанов должно быть много. Так, стоп, девочки, не ссорьтесь. Давайте позовем кого-нибудь из мальчиков, пусть он решает. Мальчиков? А ты что вышел? Тренировку по баскетболу отменили, я и сюда пришел. Девочки, куда тут мелочь с кармана выпала? Сейчас вы их позову. Кого? Еще шестерых гномов. Пацаны! Вы что тут делаете? Это КВН, здесь шутить надо, а девчонки шутить не умеют. А вы прям умеете. Умеем, жутко не... Белый шоколад придумали для того, чтобы некто нам пахать! Поняли? Поняли? Бабан, ты понял? Давайте тогда без капитана, быстренько, дружненько, поехали! В итоге я стал капитаном. Немногие знают, но раньше Дмитрий Нагиев работал в детском саду. Давайте представим, как бы это выглядело. А побольше машинку хочешь поиграть? Хочу. Вот тебе тряпка, ведро, там машина, иди играй. Да. Да убери ты эту куклу, на вот лучше поешь, а то родилась как будто в семье скелетов. А ну не бегать, не бегать, сказал. Не понял, а это что за мальчик-переросток? Иди на стройке работай, а не в садик ходи. Да уж, детский сад какой-то. Даже не с кем нормально поговорить. Ну, давай поговорим. Женская дружба очень странная штука. Особенно, если эти подруги очень разные. Блин, ты чё плачешь? Да меня все скелетом обзывают, а я не скелет. Так, где моя зубочистка? А, вот ты где, Полин. Да, смешная шутка. Нет. Зато я хотя бы когда иду, подо мной пол не трясется. Подо мной не трясется. Ну, меня хотя бы за столбом не путают. С дирижаблем. Нет, не путают. Это тебе так кажется. Как тебе не стыдно маленькую девочку обижать? О, ничего себе маленькую. Мама, ты то меньше тебя был. А мне не стыдно тебя обзывать, потому что мне ни стыда, ни совести. Ни ума, ни фантазии. Ни жира, в отличие от тебя. Вообще-то я ем 2 раза в день. Нет. Ты ошиблась. 2 раза в минуту? Да если ты мне так дальше будешь обзывать, знаешь, что я тебе сделаю? Воу-воу-воу, что не знала, что я бессмертная. Да я с первой встречи поняла, что ты Кощей. Чё? Девочки, вы уже помирились? Или ещё месяц без телевизора? Да, да, мамочка, всё хорошо. Мы очень любим друг друга. Наша команда. Я носовый. Тем, что в нашей команде больше всего человек, но меньше всего шуток. Что же мы хотели сказать нашим выступлением? То, что ничего никогда не вечно.
бесконечный юмор, да? Вы действительно бесконечный юмор. И мы встречаем следующую команду. В них уже поменьше, конечно, человек. Три прекрасные, замечательные девушки, которые имеют отношение к Андрею Алексеевичу. Интересно, что же это за команда? Это команда КВН «Девчата имени Андрея Алексеевича». Встречайте самую драйвовую команду фестиваля. Lip service, y'all ready? All right, drop it. Meow, 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 meow. Baby, shit for you. Meow, 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 meow. Здравствуйте, дорогие друзья. Перед вами команда КВН «Девчата имени Андрея Алексеевича». Давайте с вами познакомимся. Это Аня. Аня – младшая сестра КВНщика Паши Снегирева. Мало кто знает, но Паша практически не ел растишку, а Аня ей прямо увлеклась. А это Ксюша. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Ксюша у нас самая зажигательная. Ксюш, покажи. А это Усу. И она до сих пор ездит по детскому билету. Так, ну и что вы здесь устроили? Что за Петя вообще? Я вам за что деньги плачу? Извините, Андрей Алексеевич, вы нам совсем не платите. Ну, давайте не будем о плохом. Зажгите этот зал. Мы в КВН-е. Даже не думай что-то отменять. У нас все остается в силе. Стоп! Я вам сказал зарядить, а не разрядить. Давайте лучше что-нибудь смешное. Тиграти, сейчас нам не заплатит. Мы промокнем, подождем, и без денег мы просто умрем. Какой еще Тиграти? Андрей Алексеевич, мы хотим поехать вместе с командой «Сахар» в Челябинск на финал школьной лиги КВН. Ну и сколько денег вам нужно? 500 тысяч рублей. Ну, я дам только Ксюше. Ксюш, покажи что-нибудь. Алсу, давай лучше ты. Ну, вообще-то Новый год уже прошел. Никогда не поздно получить подарки. В лесу родилась ёлочка. Стоп! Девочки, ну вообще-то я хотел просто победить. Давайте лучше покажем что-нибудь вместе. Ну давай. Дорогие друзья, перед вами на сцене была команда «Девчата Андрея Алексеевича». Мои девчата. Вот такая интересная команда выступала у нас.
сейчас на сцене, девчата, имени Андрея Алексеевича. Андрей Алексеевич является участником команды КВН «Сахар» и, видимо, решил составить «Сахару» конкуренцию, но наши уважаемые жюри решит, получилось это или нет.